Здравствуйте! Сегодня отборочный тур Bratz Music Awards 2013. Да, мы вас всех очень рады здесь приветствовать. А сейчас мы вам представим жюри нашего великого конкурса. Моя главная жюри – это Шарлотта, спонсор нашего соревнования. Следующий наше жюри – это Маша из группы Sister. А это Женя, ее напарница по группе группы Sisters. И муж нашей Шарлотты – Дмитрий. Все по-другому. Жюри будут говорить не оценки, а показывать красные и зеленые кружки. Это значит, нравится выступление или не нравится. Если даже один кружочек красный, то все, не проходит финал. Да, наш отборочный тур открывает Рен Пембер. Встречаем! У нас выступит первая группа Bratz. Bratz.
Выступила группа Братс. Теперь посмотрим результаты. Шарлотта дала зеленый кружочек. Мария Евгения тоже зеленый. И Дмитрий зеленый кружочек. Значит, Братс проходит в финал. А сейчас следующая группа. 21. Были очень талантливые девушки. А сейчас мы посмотрим результат. И по-прежнему зеленые. Все зелененькие. Значит, группа проходит. И сейчас следующая группа. Pussycat Dolls. Mama, just how to get what I wanna. Wanna do a spring this fall.
Сейчас мы узнаем, какого же мнения о них наши жюри. Ну, мы, конечно, не сомневались, что все покажут зелененький. Да, это уж точно. Ну что, следующая наша певица? Рита Любимова! Твои руки по моим плечам. Одиночество съедает меня. В сердце больше нет огня. Вся любовь выпита до дна. И боюсь, что это моя вина. По телу мелкая дрожь. Одним словом меня уничтожь. Потерял над собой контроль. Не узнаешь к сердцу пароль. Это лето дурманит меня. Невозможно его променять. Удаляй. Потону. И будто бы жизнь идет ко дну. Будто я в огромном телешоу, популярном, но таком чужом. Уже новые увлечения. Я сбилась с того течения. На мир по-другому смотрю. И тебя за все благодарю. Эти роли. Все забыто, решено, слезы высохли давно, но пути
выступила певица с красивым голосом Рита Любимова. Только результаты не радуют. Только один зеленый у Шарлотты. Ну, думаю, она пройдет в следующем году. Ведь это не последний конкурс. Наверное, это все потому, что песня была грустная. Возможно. А сейчас у нас певец. Встречайте, Дарк Пембер. Песню Дарк посвятил своей любимой жене Заре. А сейчас мы хотим узнать результаты этого выступления. Мы уже не сомневались. Дарк проходит в финал. А теперь мы встречаем следующую. Это певица Шакира.
need the hungry. I've been devoting myself to you Monday to Monday and Friday to Friday. Not getting enough retribution or decent incentives to keep me at it. Starting to feel just a little abused, like a coffee machine in an office. So I'm gonna go somewhere cozy to get me a lover and tell you about it. There's a she-wolf in the closet. Прекрасная певица и танцорщица Шакира. А теперь посмотрим на результаты. Вот это обидный результат, скажу вам. Такая прекрасная певица и один красненький. И поэтому Шакира по правилам не проходит в финал. Следующая певица у нас... Аврил Лавин.
want when I feel like it. All I wanna do is lose control. You know that I'm a crazy bitch. I do what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control. Выступила Аврил Лавин. Теперь мы посмотрим результаты, которые также не радуют и пипец. И всего лишь из одного красненького. Ну, думаю, это не сильно растет, видишь, что в следующий год, еще позаследующий и так далее. А сейчас у нас следующая певица Дженнифер Лопес. Yeah.
певица Дженнифер Лопес. А теперь все внимание к члену жюри. Один красненький кружочек. Что-то третье подряд выступление, и все никак. А сейчас прекрасная певица Аника. Тебе хочется бежать, наверху слишком густо, сошлись тучи опять. Я себя не жалела, я себя не берегла, только нервы, не время, им некуда бежать. Ты слишком сильнее, я устала от тебя, слишком красиво ты запутывал меня. Дай мне свободу, я хочу опять сбежать. Я поверила тебе, слишком своеобразно подобрался ко мне. Я опять обижаюсь, и терпение на нуле. Больше мне не мешайся, нет, говорю в войне. Это просто попытка, это сводит с ума. Знаешь, было бы пыткой не прочитать тебя. Я запомню, как больно, я запомню тот рай. Не зазывай. Ты слишком сильный, я устала от тебя. Слишком красиво ты запутывал меня. Дай мне свободу, я хочу опять сбежать. Ты слишком сильный, но меня не поменять. Ты слишком сильный, я устала от тебя. Слишком красиво ты запутывал меня. Певица Нюша. Да, но ее муж Дик хочет ей сделать приятное. Дорогая. Сейчас мы узнаем мнение жюри. О, все зелененькие. Значит, Аника проходит. А следующая группа Within Temptation. Would you mind if I hurt you? Understand that I need to. Wish that I had all the choices. Did you hurt the one I love? What have you done now?
better stop trying. You know that there's no denying. Потрясающее выступление. Не говорим. Даже жюри с нами согласны. Все зелененькие. Значит, они проходят финал. А у нас следующая группа. Черное пятно. Ночи
тень и плод обретаю, все надежды губя. Ведьма знает, ты рядом, но не видит тебя. Словно в дьявольском танце приближается смерть. Как мучительно долго не приходит рассвет. Три ночи молитвы, три ночи без сна, три ночи кошмаров, так решила она. Три ночи подряд свечи будут мерцать, три ночи подряд ведьма будет искать. Три ночи подряд ей глаза не смотри, там за кругом и смело страх царит до зари. Сидел как старик, третью ночь за кругом отчаянный вой. Перед рассветом смерть придет за тобой. Три ночи подряд свечи будут мерцать, три ночи подряд ведьма будет искать. Три ночи подряд ей глаза не смотри, там за кругом смело страх зари до зари. Три ночи молитвы, три ночи не спи, три ночи кошмары. Наступила готская группа «Черное пятно». И обрати внимание на оценки жюри. Они все зелененькие. И это радует. А следующая наша группа? Виагра. Thank you.
помогу. Лишь одну преграду взять не могу. Но из-за нее мы ходим по кругу. Убей мою подругу. И вновь все зелененькие. Виагра проходит. Поздравляем. И сейчас у нас следующая группа. Quest Pistols. С тренером, ночью к дилеру, изобилие. По-хорошему, без насилия, полюби меня. Я твой наркотик, твой никотин, твой алкоголь, я твоя любовь. Тигра не котик, дура за всех дур и дураков, что любят гламур, гламур, гламур. По лезвию, с чистой платины, замечательно. Снова зрители в изумлении, надувательство. Я твой наркотик, твой никотин, твой алкоголь, я твоя любовь. Тигра не котик, дура за всех дур и дураков, что любят гламур. Я твой наркотик. Твой никотин, твой алкоголь, я твоя любовь. Тигра не котик, гроза всех дур и дураков, что любят гламур, гламур, гламур. Твой никотин, твой алкоголь, я твоя любовь. Тигра не котик, дура за всех дур и дураков, что любят гламур. Я твой наркотик, твой никотин, твой алкоголь, я твоя любовь. Тигра не котик, гроза всех дур. Quest Pistols. Теперь посмотрим на мнение жюри, которые единогласно решили, что они проходят. Да, поздравляем. Первая мужская группа. А сейчас у нас группа Vendetta. Ксана Кокс. Кукла ЛСД, малолетка.
голос прошлого не дает заснуть. Мысли говорят, сделай что-нибудь сама. Понимаешь, время не обмануть. Что хочешь, делай, эту цепь не замкнуть. Темная ночь, обнимаешь ее крепко в твоей постели. Она не первая брюнетка, 17 лет, девочка малолетка. Зря поверила в твою любовь, наивная кокетка. Она тебе не нужна, как и все другие. В отношениях ты любишь ставить запятые. При встрече кидал ей слова пустые. Ложь с губ смывали капли дождевые. Смотря на небо, увидела яркую точку. Она любила слушать музыку, гуляя в одиночку. Мечтала втихаря иметь от тебя маленькую дочку. Примеряя будущей невесты оболочку. Который день молчит тоскливый телефон. Game over, милая, любви закончился сезон. Он не вернется, лишь остатки былых времен. Напоминает себе старый клен за окном. Голос прошлого не дает заснуть. Мысли говорят, сделай что-нибудь сама. Понимаешь, время не обмануть. Что хочешь, делай, эту цепь не замкнуть. Голос прошлого не дает заснуть. Мысли говорят, сделай что-нибудь сама. Понимаешь, время не обмануть. Что хочешь, делай, эту цепь не замкнуть. Незаметно пролетают дни, недели и года. Вашу горькую любовь давно забрали холода. Если быть честным, ее улыбку и глаза вспоминаешь иногда в первых числах сентября. Столько лет прошло, а на душе все так же плохо. Покоя не дает себе убитая эпоха. Малолетка глупая, не хватающая жизни вздоха. А друзей слышал, по рукам пошла дуреха. Неожиданная встреча, снежную зимой. Сразу не узнал он, изменился образ твой. В недалеком прошлом была богиней госпожой. А теперь же, что жизнь сделала с тобой? Твой нежный голос стал совсем чужим. Его ты променяла на горький никотин. Честь затмевает блеск дорогих машин. В неудачах винишь его и белый кокаин. Голос прошлого не дает заснуть. Мысли говорят, сделай что-нибудь сама. Понимаешь, время не обмануть. Что хочешь, делай, эту цепь не замкнуть. Голос прошлого не дает заснуть. Мысли говорят, сделай что-нибудь сама. Понимаешь, время не обмануть. Что хочешь, делай, эту цепь не замкнуть. Пела группа Vendetta. Посмотрим на результаты. И результат 2-2. К сожалению, эта группа не проходит. А следующая наша квица. Это Кристина Агилера. Boy meets girl, you were my dream, my world. But I was blind, you cheated on me from behind. So I'm still in love with you.
энергичная девушка. Да, посмотрим на мнение жюри, которое приятно радует. Единогласно. Девушка проходит финал. Объявим групп и солистов, которые выиграли и пройдут финал. Первое – это Братс. Они получили все 4 зелененьких кружочка. Следом за ними группа 2NE1 – то же самое. Группа Pussycat Dolls – 4 кружочка. Солист Dark Pember получил тоже все 4 зеленых кружочка. Певица Аника тоже сразила наповал нас своей песней. Тоже 4 кружочка. Прекрасная группа Within Temptation, которые тоже положили зал к своим ногам. Группа «Черное пятно», у которых было прекрасное представление. Группа «Виагра» тоже проходит. Группа «Quest Pistols», где пели два прекрасных мальчика. И певица Кристина Агилера, Селин. А теперь о самом плохом, которых мы разочарованы. Думали, что некоторое большинство останется, но в финал прошло всего 10 человек. Но они прошли Fast of Family, у них 3 красных круга было, это вообще... Потом Шакира не прошла, было обидно больше всего Шакире, Аврил Лавин и Дженнифер Лопес, потому что у них было по одному красному кружочку. А также не прошла группа Vendetta, у них было 2-2. Или кто-то еще не прошел. Все. Вот, кажется, мы всех учли, про всех сказали. А те, кто получил все 4 зеленых кружочка, мы встретимся с вами в финале.